Наступает вечер, и они меняют деловые костюмы на спортивную форму. Минувшим вечером наша съемочная группа наблюдала за хоккейным матчем между командой правительства республики и Госсовета Чувашии. О том, кто забил больше шайб, Ольга Парочкина. Глава региона, министры, депутаты Госсовета, председатель правительства, глава столичной администрации. На льду у них другие роли. Вратарь, защитник, нападающий, центр-форвард. Команда Госсовета в белой форме, команда правительства в красной. К концу второго периода они лидируют. Вошло уже в привычку. Еженедельно мы собираемся в Ледовом дворце, на ледовой арене, играем в хоккей. Здесь, конечно же, действительно играют настоящие мужчины. Главное, конечно же, не победа, но мы все хотим выиграть. Нескромно скажу, мы выиграем чаще. Соперники с такой статистикой не согласны и духом не падают. Там лукавят немного вам. Нужно понимать, что в любом случае каждый из нас здесь выигрывает. Это то место, где можно весь негатив и отрицательную энергию выбросить. И лишний раз еще понять, что не только хоккей, командная игра, но и многие другие вещи делаются в команде. И успех и победа приходит только в команде. Финальный свисток, и команда правительства Чувашии выигрывает этот матч. Игра супер просто. Настроение бодрое. Сил нахватали здесь, будь здоров. Выиграли депутатов сегодня нашего Госсовета со счетом 6-3. Да, но это не первая наша победа. Мы так регулярно их стимулируем. Ну, вообще игра на самом деле очень хорошая. Здесь игра не на счет, а игра на удовольствие, игра на поддержание здорового самочувствия. Нам это очень важно. Мы иногда бывает за бумагами, за важными делами зашиваемся и больше своего времени проводим неподвижным. Поэтому вот занятие спортом после работы нас выручает. Время на льду Чебоксары-арена расписано. Как только правительство и депутаты удалились в раздевалку на лед, по расписанию вышла команда МЧС. Ольга Пырочкина, Олег Якимов, Республика.